Слава Богу. Слава Богу, потому что, да, действительно, свет миру и свет мира, да, смиренный, смиренный. Меня на Дальнем Востоке узнают по смиренной, разница между смиренным и смиренным. Мы очень часто говорим, Христос был какой? Смиренный или смиренный? Смиренный. Он сам себя смирил. А слово смиренный обозначает, что кто-то кого-то смирил. Поэтому это тоже такая большая разница. Так что хорошо, когда тебя кто-то еще и знает, да? Слава Богу. Вы знаете, я обратил внимание, когда ехал сюда, я недавно приехал, буквально часа 2-3 назад, я обратил внимание на то, я смотрел на номера машин, во-первых, я заметил, что их стало больше, да, значит, и плюс к тому, что регионов стало больше, география увеличивается. И я понимаю, что это заслуга не наша, это заслуга Духа Святого, который нас собрал на этом месте. Написано, где двое или трое собраны во имя Мое. Мы не сами приехали сюда, нас Господь побудил сюда приехать и быть в этом общении, на этом форуме молодежном, вот, на этой конференции. Слава Богу! Слава Богу! Бог хочет, чтобы мы имели общение. Я понимаю, что вы сейчас наполнены все такими положительными эмоциями. Наверное, давно друг друга не видели. Да, вот как-то мы все равно... Первый день он всегда такой... Мы собираемся, мы радуемся, когда видим друг друга. Но я хотел бы немного, знаете, так скорректировать ваше внимание. Все-таки мы собраны здесь для общения в первую очередь с Ним. Мы пришли сюда, чтобы иметь общение с Господом. Конечно, и наше общение, оно необходимо, и это очень хорошо, когда мы радуемся, видя друг друга. Но главное, для чего мы сюда пришли, это для того, чтобы нам сегодня встретиться с Богом. Нам в эти дни конференции быть в общении, чтобы нам поклоняться Ему в духе и в истине. Слава Богу. Я, знаете, когда готовился к этой проповеди, да, вот к этой конференции, я вспомнил одну очень интересную такую... Она, может, немножко курьезная такая история, но она очень поучительная. Она очень поучительная. Я ее тоже слышал от одного из братьев. Я просто перескажу. Говорит, однажды один брат решил купить себе машину. Ну, в семью решил купить машину, но поскольку у него был дефицит времени, но он не знал, то ли он был в командировке, то ли еще где-то, жена решила сама купить эту машину. Да, ну и когда он пришел, первая реакция, он потерял дар речи. Он не знал, что сказать. Машина была не от радости, нет. Во-первых, из нее валил сизый дым. Да, от двигателя. И двигатель был уже на стадии, знаете, вот такой агонии, последнего издыхания. Да, коробка, у него вот эти передачи там, какие-то передачи уже не подтыкались, да, а те, которые были, они вылетали. Там, а вот все остальное, это было как ведро с гайками, с болтами. И он, бедный, стоит, на нее так смотрит и говорит: «Дорогая, что это?» Она ему говорит: «Да ты посмотри, какой цвет у нее». Вы знаете, действительно, да, вот почему я этот случай рассказал? Я тему проповеди выбрал — форма и содержание. Вот все в этом мире имеет форму, имеет содержание. Вот если вы обратите на это внимание, вы просто поймете, что в этом мире все имеет какую-то форму и имеет какое-то содержание. Вот эта палатка имеет какую-то форму. И есть содержание, да, в ней? Это мы с вами. Вы имеете какую-то определенную форму, и, естественно, есть некое содержание в вас. Знаете, в русском языке это слово обозначает некий образ мы имеем. Правда ведь? У нас есть какой-то образ. Но вот при всем богатстве русского языка, иногда некоторые слова, они очень скудную информацию нам дают. Вот, например, если мы говорим о образе, да, образ может быть и внешним образом, а может быть и внутренний образ. Так ведь, да? Но все это образ.
А вот в греческом языке немножко по-другому. Вот внешний образ там называется, знаете как, icon. Ничего не напоминает никакого слова. Икона. Икона. То есть вот вы имеете, каждый из вас имеет икону. Это ваш внешний образ, по которому вы друг друга узнаете. Вот сегодня приехали, наверняка посмотрели друг на друга. Ага, это братья из сестры из Саранска приехали, это из Пензы приехали, это с Волгограда приехали. И мы узнаем, по внешности мы узнаем. Это внешний образ, по которому мы узнаем. Но есть еще внутренний образ, правда ведь? И вот внутренний образ, он называется одно из греческий язык такой, знаете, он очень сильно там расшифровывает все. Но вот одно из значений называется характер. Тоже ничего не напоминает? Характер. Вот, знаете, иногда можно, не видя человека, узнать, что это сделал он. В школе, когда учились, никогда не говорили, кто-то нашкодил, говорит, а, это Петров, точно. Или Иванов, или Сидоров. Почему? Уже характер знаем его. Поэтому есть внешний образ, есть внутренний образ, есть нечто внешнее, что характеризует нас, а есть внутреннее, есть форма, а есть содержание. Вот, например, давайте я вам задам такой, ну, может быть, вопрос, а вы сами себе ответьте, пожалуйста. Если бы вам предложили бы жить в доме, просто жить в доме, и дом был бы, скажем, красивый, но неудобный. Другой дом удобный, но очень некрасивый. Или красивый и удобный. Вы бы что выбрали? Понятно. Я думаю, что ответ будет однозначный, красивый и удобный. Мы всегда стараемся что сделать? Мы всегда стараемся привести форму и содержание в соответствие. Так ведь, да? Если мы что-то делаем, мы что-то покупаем, мы хотим, чтобы это было и хорошо, и красиво, и в то же время, чтобы это имело то содержание, на которое мы рассчитываем. Но вы знаете, вот мы люди очень часто, да, мы, вообще все люди, больше обращают внимание на форму. И принимаем мы друг друга чаще всего по форме. Как встречают? По одежке встречают, правда ведь? Вот апостол Иаков говорит, что когда входит в ваше собрание человек в такой богатой одежде, что вы делаете? Тебе хорошо сесть здесь, да? Или там. Понимаете? А если приходит кто-то бедный, на него никто не обращает внимания или отсылает его куда-нибудь там на задворке. То есть это сущность человеческая, когда человек смотрит на внешность. Это характер. Мы так устроены, что мы смотрим на внешность. А вы наверняка знаете такой интересный рассказ. Я думаю, что вы слышали его о том, как один служитель приехал в одну из церквей, и там служителя не было, который его знал. Да, ну и на него никто не обратил внимания, человек был скромный достаточно, сидел в уголке где-то там, и когда пришло время ночлега, ему, естественно, никто ночлег не предложил. И как у него, благо было лето, ему одеваться некуда, он пошел там возле колодца, лег, знаете вы про этот случай, да? Возле колодца лег, а знаете, как колодец называется в деревне? Журав. И вот когда утром он уже проснулся, что ж делать, да? Смирился, служитель пришел, ой, брат, приветствую тебя, да, как ты, где ты, а ночевал ты где? Он говорит, у брата журавля. Он говорит, да я о таком брате и не слышал. Но потом ему объяснил, конечно, это бы ему было стыдно. Но очень часто мы смотрим на внешность человека. Вы знаете, мы это присуще даже людям духовным. Израиль выбрал Саула, когда смотрел на его рост. Он был выше всех на целую голову.
Но даже пророк Самуил, я прочитаю это место Писания, это первое послание, первое царство, 16 глава, где он избирал из детей Исеевых царя Израиля, чтобы помазать. И там написано, и когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал, верно сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Мы видим, что даже пророк поддался вот этому соблазну судить о человеке по внешнему образу. По внешнему. Давайте мы немножко зададим такой вопрос. Если вот это все существует, как нам с вами не ошибиться? Как нам с вами увидеть то, что видит Господь? Как, другими словами, смотреть на все глазами Господа? Если нам, людям, свойственно смотреть на форму, как увидеть содержание, как увидеть то ценное, что сегодня Бог хочет показать нам? Господь всегда обращает внимание на внутреннее. Он не обращает внимания на внешнее. Он говорит о внутреннем содержании. Посмотрите, он обличает фарисеев и говорит им такие слова. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобились окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Вот так Христос направляет наш взгляд, взгляд людей направляет на внутреннее содержание. Вы знаете, всегда возникает вопрос, что важно? Что важно? Внешняя форма важна или все-таки важно содержание? На что мы больше обращаем внимание? На форму или обращаем внимание на содержание? Что нас больше привлекает, форма или содержание? Вот здесь вы все молодые люди, скажите мне, вы, если кто-то, может, уже избрал себе спутницу, а кто-то еще может будет избирать себе спутницу, скажите, на что вы будете обращать внимание? Что-то все молчат. Сказать на содержание, быть уловленными словами уст своих, да? Или сказать все-таки на форму? Или вы будете все-таки искать баланс? Где же найти столько красивых и благочестивых, а? Объясните мне. Где найти столько благословенных? Ну, я думаю, в этом зале их очень много, так что слава Богу. Но в действительности, конечно же, мы должны понимать, что Бог хочет и видит сердце. Мы, люди, устроены так, что мы судим по наружности, по делам судим. А Бог куда смотрит? Что Он судит? Он судит внутреннее состояние. Он смотрит на намерения и намерения сердечные наши. Он смотрит внутрь каждого человека, и это, для него это важно, поэтому для него не столько форма нужна, сколько нужно содержание. Скажите тогда, а форма не нужна вообще? Нужна, но она не приоритетна. В каком плане? Вначале содержание, а потом форма. Оно должно быть в соответствии. Мы же хотим, чтобы было все в соответствии. Я не просто так спросил у вас, хотите ли вы, в каком доме вы хотите жить? Красивым и удобным? Вы говорите «да», потому что мы всегда ищем вот этот баланс, правильный, нужный баланс, который сегодня мог бы нам дать вот это правильное понимание или дать удобство, которое необходимо. Поэтому я говорю, что мы всегда должны понимать, что содержание сегодня диктует форму. Знаете, сегодня либеральное христианство говорит, что форма не имеет значения. Да какая разница, во что я одет? Какая разница, как я выгляжу? Главное, у меня сердце принадлежит Господу. Смотрите, что говорит Господь по этому поводу. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность
чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, слушайте внимательно, очисти прежде внутренность чаши и блюда, она и внешность станет чистой. Вы понимаете, где вот Бог показывает приоритет внутреннего, внутреннего содержания над формой. Поэтому, когда мы задаемся этим вопросом, что первично, форма или содержание, я вам скажу, содержание. Содержание первично. Поэтому, когда мы смотрим, вы, молодые люди, будете избирать себе супругу или супругу, или супруга, вы должны обратить внимание, в первую очередь, знаете, на что? На содержание. И это будет правильно. Представляете, вы изберете себе спутники жизни красивого брата или красивую сестру, да, особенно сестру, а потом будете жить на крыше. Это нормально будет? Ну, как написано, если сварливая жена, то где будешь жить? Лучше жить. Жить лучше на крыше. Поэтому, когда мы понимаем, что для нас очень важно, чтобы содержание было правильно, и чтобы внешнее соответствовало внутреннему, тогда мы понимаем, что вот некий баланс с нами все-таки, мы можем его достигнуть. Вы знаете, вот сегодняшняя конференция, вообще лейтмотив конференции, вообще вот этой вот 12-й конференции, звучит вот основанный на этом месте Писания, где в Евангелии от Иоанна, где Христос встречается с этой женщиной-самарянкой. Вот уже Андрей Фарес сегодня напоминал это место Писания. Вы знаете, вот я увидел там некий конфликт. Ну, конфликт, может быть, сказан немножко громко, но я увидел, что внешнее и внутреннее. Посмотрите, что говорит эта женщина. Самарянка, которая, она говорит, вижу, что ты пророк. И дальше говорит такие, отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, в Иерусалиме. Вы знаете, она просто ставит ему вот это внешнее, вот эту форму. Она приводит ему эту форму, форму поклонения. Она говорит, что поклоняться, мы поклоняемся на этой горе, вы поклоняетесь в Иерусалиме. Так где же правда, где истинное место поклонения? И очень часто мы поддаемся таким вещам. Мы больше на форму обращаем внимание. И в вопросах поклонения мы тоже очень часто делаем акцент на форму. Я однажды у молодежи спросил, у меня был такой разговор с молодежью, просто мне было интересно, я спрашиваю, я говорю, а какие гимны и песни духовные? Вы знаете, всегда существует некий такой конфликт поколений, когда старшее поколение хочет более спокойных песен, а молодежь, естественно, более динамичных. И я тогда у них спросил, а какая же песня все-таки духовная? И они начали мне отвечать и приводить, знаете, тысячи аргументов. Но, к сожалению, они не попали в истину. А истина в том, что сегодня вопрос духовности, он не находится в форме, он находится в содержании. Что духовность истинная, она в содержании, она внутри. И когда Христос отвечал этой женщине, он ей показал вот именно то, что она должна была услышать. Она ему говорит, что вот она форма, какая из этих форм правильная. Он говорит, ни та, ни другая. Ни та и ни другая истинное поклонение, оно в духе и в истине, оно внутри человека. Оно не в форме, оно в содержании. Не на горе, не в Иерусалиме, не в том или ином. Оно внутри тебя, истинное поклонение. Поклонение в духе и в истине. Вы знаете, нужно ли Богу вот наше формальное поклонение? Вот если мы говорим о том, что внешне это форма, то когда мы поклоняемся внешне, это формальное поклонение. Я думаю, что Богу не нужно формального поклонения. Он не желает этого формального поклонения. И не важно то, как мы будем себя вести. Прыгать, плясать,
хлопать, поднимать руки. Все это не имеет смысла, если сегодня ты внутри себя не поклоняешься. Есть поклонение душевное, эмоциональное. И тогда, когда ты в своих эмоциях пытаешься достигнуть Бога, ты и этого не достигнешь, потому что в этом есть тоже некая ущербность. Что же тогда есть истинное поклонение? Поклонение в духе и в истине. Вы знаете, если бы мы не ответили бы на этот вопрос, или я бы постарался не ответить на этот вопрос, то сегодня можно было бы не говорить об этой проповеди, она была бы просто неполноценной. Бог ищет поклонников в духе. И еще пророк Амос задолго до рождения Христа пророчествовал и говорил: «В тот день я восстановлю скинию Давидову павшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатками Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Вот это место Писания я недавно, когда прочитал, я просто понял, что нечто очень важное пророк хочет передать для каждого из нас. Эти слова потом повторил апостол Иаков, когда в Деяниях апостолов он говорил, был спор иудействующих с язычниками. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую. Вы знаете, друзья мои, вы знаете вообще устройство скинии, какое оно было? Нет? Но в двух-трех словах я расскажу. Был внешний двор, в котором стоял жертвенник. Было такое медное море, где омывались священники. Было святое, где были хлеба предложений, где был семисвечник, где был жертвенник с воскуряемым фимиамом, была завеса, и за завесой был ковчег завета. И между крыльями херувимов там было голубое свечение, присутствие Божие, называемое Шехина. Вот это вот, если в двух-трех словах я вам объяснил, что такое скиния. Но знаете, что меня больше всего удивило? Дело в том, что есть скиния Моисеева, но скиния Давидова – это не физическая скиния, это нечто другое. Давид – это тот человек, который поклонялся Богу в сердце своем. Не в формальном каком-то строении, не в какой-то, знаете, не в каком-то сооружении, а внутри себя, внутри в сердце своем, он поклонялся Богу в духе и в истине. Это тот путь, который каждый из нас может совершить внутрь себя. Это то, что сегодня сближает нас с Богом. Это место встречи, мое и твое место встречи в сердце своем. Это и есть то, что однажды было потеряно, утеряно Израилем, но Бог восстановил через Иисуса Христа. Что сегодня истинное поклонение без Господа невозможно. Сегодня эта жертва, через которую мы приходим, это жертва Иисуса Христа. И если ты сегодня не имеешь Христа в своем сердце, то ты не сможешь поклоняться Ему в духе и в истине. Для того, чтобы прийти к Богу, я должен прийти через Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы прийти к Богу, я должен прийти через святость и чистоту, которые имели священники, когда омывались в Медном море. Чтобы иметь отношение с Богом, я должен быть исполнен Духа Святого. Я должен славить Его от сердцем своим, не только устами, не только руками, не только эмоциями своими. Я должен это делать во славу Божью. Чтобы иметь это общение, я должен понимать, что там внутри, там, где этот ковчег завета, внутри, в сердце моем, и есть встреча моя с Господом, там мое поклонение в духе и в истине.
Сегодня это важно для каждого из нас знать, потому что мы думаем, что поклонение должно быть какой-то определенной формы. Нет, оно должно быть определенного содержания. Что сегодня, если ты не имеешь вот этих взаимоотношений с Богом, то ты где-то топчешься перед завесой. Вы знаете, завеса разодрана сверху донизу. А такое впечатление, что мы порой стоим перед этой завесой. Я иногда бываю на этих служениях, я слышу просто, мне кажется, что я на концерте где-то. Это просто концерт. Это просто какое-то, знаете, человеческое. Разве что только произносится имя Иисуса Христа. Бог не такого поклонения ищет от нас с вами, друзья мои, братья, сестры, дорогие. Бог ищет истинных поклонников в духе и в истине. Это внутри меня, внутри вас должно быть. Если вы сегодня еще не имеете взаимоотношений со Христом, то есть вы еще не пришли к Господу, то это конференция для вас. Эта конференция для вас, именно здесь вы можете встретить Его, если вы действительно хотите поклоняться Богу в духе и в истине. Но вы должны открыть свое сердце пред Господом, вы должны прийти к Нему. Если в твоем сердце, брат или сестра, есть проблема духовная, грех мешает тебе, то ты сегодня можешь на этой конференции прийти к Богу, выровнять свои отношения. И тогда ты действительно сможешь быть поклонником в духе и в истине. Вы знаете, Бог ищет таких поклонников. Я думаю, Он найдет их среди нас. Если, конечно, мы откроем свое сердце пред Ним. Если сегодня я стою перед этой завесою и не могу войти в присутствие Божие, то мне где-то надо что-то поменять в своем понимании. Может быть, я где-то больше обращаю внимание на форму. Может, я больше где-то думаю о внешнем, а мне надо бы вникнуть в суть, войти в присутствие Божие, открыть для себя некие, которые скрыты от взора человеческого, но открыты взору Божьему. Может быть, сегодня что-то для меня должно во мне что-то переломиться. Если это есть, то сегодня это конференция для тебя. И ты можешь это сделать. Если откроешь свое сердце для Бога, если в твоем сердце действительно истинное поклонение в духе и в истине, то это конференция для тебя, потому что здесь ты еще раз можешь прославить своего Господа. Вы знаете, вот эту скинию Бог внутри нас создал. Вот это место встречи там, внутри, в сердце моем, в сердце вашем. И не надо искать где-то снаружи каких-то поклонений. Ищите это внутри себя. Когда вы сокрушаетесь и смиряетесь пред Богом. Вот здесь я вам скажу разницу между смиренным и смиренным. Не смиренное сердце открыто пред Господом, а смиренное сердце открыто пред Господом. Сегодня, когда твое сердце открыто для Господа, ты будешь иметь эти взаимоотношения с Ним. Сегодня Бог хочет, чтобы мы сделали этот путь внутрь себя. Чтобы мы там внутри нашли вот эти взаимоотношения с Ним. И это будет истинное поклонение в духе и в истине. И это не формальное поклонение. Это поклонение, которое угодно Господу. Слава Богу, братья и сестры. И вы знаете, я сам человек, который любит внешнюю красоту. Ну, в силу, наверное, своей гражданской специальности, я архитектор был по специальности. И мне всегда нравится, чтобы все было красиво. А у меня жена, она супруга, она врач. А она ищет, чтобы все было хорошо внутри. Понимаете? И вот у нас всегда бывают, иногда бывают конфликты, да, вот на этой почве. Я говорю, посмотри, как красиво. Она нахмурит брови, но говорит, ну и что, что красиво? Мне важно, чтобы это было добротно. Я говорю, ну это же добротно, оно некрасиво. Но мы научились находить компромисс и научились все-таки находить правильное решение. Мы научились находить и красивое, и добротное. Единственный правильный выход.
И сегодня Бог хочет, чтобы мы действительно тоже были таковыми, чтобы мы тоже, наша форма соответствовала нашему содержанию, или, например, или наоборот, наше содержание соответствовало той форме, в которой мы сегодня находимся. Конечно, хотелось бы, чтобы форма была лучше. Но и это не самое главное. Самое главное, чтобы наши взаимоотношения с Богом строились не на формальных каких-то взаимоотношениях, а чтобы это было содержательное, духовное поклонение Господу. И я думаю, что на этой конференции Бог даст нам вот это вот взаимоотношение, вот эту близость, когда мы почувствуем в своем сердце, когда Бог будет говорить к нам, когда мы будем слышать от Него те откровения и то, что Он приготовил для каждого из нас. Слава Богу! Я хотел бы вместе с вами, друзья мои, помолиться. Помолиться, чтобы Бог благословил нас. И чтобы действительно в нас Он нашел истинных поклонников в духе и в истине. Да, действительно, как сказал, вот Андрей Фареш сказал, обычно мы должны искать. Но в данном случае Писание говорит, что Бог ищет среди нас. Бог ищет среди нас вот этих поклонников. Я понимаю и уверен в том, что каждый из нас имеет величайший потенциал. Потенциал, который, ну, трудно, наверное, скрыть. Это потенциал близости с Господом. Бог делает к нам навстречу шаги и ищет нас. И остается только нам самим открыть свои сердца. Принять Господа, чтобы иметь вот это истинное поклонение в духе и в истине, которое будет внутри каждого из нас. Помолимся Господу нашему.